По пути легендарного Брюса Ли. 7-летний житель Баку Али Сафаров старается во всем походить на своего кумира. Делает шпагат, отжимается на пальцах и осваивает другие трюки знаменитого мастера боевых искусств. Технику юного спортсмена оценила моя коллега Арзу Юнус. Фильмы с Брюсом Ли 7-летний Али Сафаров готов смотреть по нескольку раз в день. Мальчик большой поклонник известного актера и короля кунг-фу. На своего кумира старается быть похожим даже внешне. Копирует мимику, жесты и звуки. Приемы, боевые стойки и трюки Али повторяет снова и снова. Любимое упражнение – отжимание на двух пальцах. Правда, Брюс Ли делал это на одной руке. Брюс Ли тимол махстыров. Такого, как Брюс Ли, сильного, смелого и знаменитого, больше быть не может. Но я буду похожим на него. Вот увидите. Без профессионального подхода не обойтись, решили родители и записали Али в секцию карате. С его приходом наши тренировки стали ярче, я бы сказал, даже серьезнее. Давайте с нами в зал, сейчас вы сами все увидите. Сейчас Али готовится к чемпионату района по карате. Если выиграет, получит сразу зеленый пояс, минуя белый, желтый и оранжевый. А от себя лично тренер обещает подарить кимоно с надписью «Брюс Али». Арзу Юнус, Фирдовси Марданов, Чинара Кулиева, Мир 24. Знаменитого Брюса Ли копировали и в спорте, и в кино. Даже через много лет после смерти звезды его подражатели то и дело появляются на экранах.